дома, матушка моя. Ровно же девчонок, ровно же с мальчишек, и один чертенок это я. Помню, я слышала с пленок, говорила вся моя родня. Это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка то есть про меня. Да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола, а дьявола не любит он мать. А ну давай, не смей, Пепита, стыд без мать. Голосов. Я наплясала, песни навевала, затянув потуже поясок. Если бывает тяжело мне, и тоскую я и стёстью, ножкой я придопну, и в ладоши хлопну, и опять тоску судьбе спою. Да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола, а дьявола не любит унывать. А ну давай, не спи, Пепита, даже не знаю, как это все комментировать. Ксения, ну, спасибо вам огромное. Не надо ничего говорить. Дадим пару секунд Ксении прийти в себя, да. И нам тоже. А где аплодисменты, да? Ксения Дежнева. Ну, говорят, что красота спасет мир. Вот пускай тогда она его и спасает, этот мир. Я не совсем понял, что это означает. Это означает, что, Григорий, глядя на вас с Гариком, я понимаю, что красоту надо добавлять в шоу-бизнес. И я считаю, что Ксению нужно спасать, поднимать за нее две руки. Тем более, при этом, при всем, она хорошо ходит и поет. Ну, на мой взгляд, то есть редкое сочетание красоты и музыкальности. Просто редчайшее. И... Я просто очарован. Спасибо большое. Ну и, наконец, Григорий, я думаю, пора выслушать маэстро Уолтера Афанасьева, да. Браво, Ксения. Браво, браво. Вы знаете, такой голос, я могу просто чем угодно покрыть весь мир с таким голосом. Спасибо. Браво! Спасибо Ксении Дежневой. Она дала нам понять, что намерена пробиться в полуфинал. А там, глядишь, Григорий, и до победы в проекте недалеко.